Давайте побеждать. Ух-ух-ух-ух-ух, застреваем. Ну нет, вроде бы летим. И что? Ох, у меня колеса улетели. Да что ты будешь делать? Как? Как я без колес буду теперь двигаться? Ребята, это же невозможно. Ха, смотрите, я без колес еду, ребятки. Всем привет, друзья! Вы на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим, и мы продолжаем играть с вами в MMX Hill Climb. Друзья, и сегодня я настроен побеждать. Давайте вместе приступим. Вы помните, у нас сложнейшая трасса, сложнейшая просто. С этими мячиками, в общем, давайте гоним! Начинаем. Так, я взял такую же машинку, как у нашего оппонента. Ох, и сразу же разбиваюсь. Да что ж такое-то, а? Вот это начало, друзья. Так, давайте еще раз. Так, едем, давай. У нас одинаковые машины. Ну почему? Я, главное, взрываюсь, а он не взрывается. Как так-то, а? Так, гоним дальше, давайте. Сегодня нужно пройти. Сегодня нужно победить и пройти, ребятки. Давайте побеждать. Ух-ух-ух-ух-ух, застреваем. Ну нет, вроде бы летим. И что? Ох, у меня колеса улетели. Да что ты будешь делать? Как? Как я без колес буду теперь двигаться? Ребята, это же невозможно. Ха, смотрите, я без колес еду, ребятки. Без передних колес, а? Может, я даже выиграю? Может быть, я даже и выиграю, ребята, я не знаю. Так, давайте. Опа! Да, я выиграю, ребята, без колес. Представляете? Второе место. Это просто... просто что-то невообразимое. Так, давайте следующую трассу выбираем. Без колес. Ох, как это было. Вы видели, да, ребята? Как это было? Так, какой-то марафон у нас, ребята. Давайте посмотрим, что здесь творится. Да, у меня та же машина, развалюха, по-моему, GT. Давайте смотрим, что мы здесь сможем на этой трассе. Что нас тут ждет, какие сюрпризы. Какая-то, я не знаю, у нас трасса, так... пока ничего такого необычного, друзья. Пока ничего необычного. Просто едем и всего лишь какой-то провисающий мост. Ну, нас этим не напугать. Мы и не такое видели с вами, ребятки. Так, ладно, едем дальше. Так, машинка, не переворачивайся только. Давай, давай, гоним, гоним, развалюха. Давай, вперед. На тебя смотрят просто миллион зрителей. Давай, мочи. Так, не переворачиваемся, едем. Ух, отлично, отлично. Пока, ребятки, может, сальто сделаем? Да, отлично, такой, такое сальто прям красивое на фоне какого-то города, мостов и какого-то водоема. Я не знаю, что это, озеро, речка или море, ребята. Ну, какой-то водоем. Так, ну, мы мчимся с вами тем временем. И неплохо, между прочим. Так, и сколько нам ехать? Это какая-то бесконечная трасса, что ли? Я не могу понять. Так, сколько ехать тут, ребятки? Сколько ехать? Так, что-то она не заканчивается у нас. Мчимся тогда, мчимся дальше. Ох, у нас какой-то тут прыжок большой, обрыв. Так, едем, развалюха, давай. Бензинчик берем. Ух, тут какие-то горы у нас просто. Давай, 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 давай. Ух, не смогла, смотрите. Давайте разгонимся. На дыбы. Погнали, развалюха. Погнали. Ахахах, это что такое? Ой-ой-ой-ой, ребятки. Так, 1000 метров всего лишь проехали. Так, ладно. Так, ребята, я предлагаю импортнуть громадину GT и на ней проехаться. Она-то, смотрите, супер. Так, и что это значит? А, мы должны улучшить свой результат. Ах, понятно. Мы вот как едем, ребята. Первый круг мы проехали на развалюхе. Получается, и сейчас должны просто лучше проехать, чем развалюха. Вот и все. 1000 метров мы проехали, ребят. Ну, сейчас посмотрим, сколько у нас. Интересно. Интересный такой, так, у нас получается поворот. Получается, мы просто сами с собой соревнуемся. И мы с вами на развалюхе проехали. Ну, это, слушайте, громадина. Она почему-то помедленнее будет, а? Так, давай, 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 громадина, ну-ка, ух, она прет, а, тоже прет неплохо. Ее постоянно на дыбы, так и хочет ее поднять, двигатель наш ревущий. Интересно, что у нас водителя нету, да? Пустой руль, ребята. Ах-ха-ха-ха-ха, давай, давай, вперед, 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 ух, отлично, прем, 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 почти догнали уже. И делаем сальтушечку, ребятки, вот это было круто, так, назад, назад, назад. Давай разгонимся вперед, давай, наша громадина, или... Так, да, наша громадина, до этого у нас была развалюха, ребята.
До этого мы с вами были на развалюхе, сейчас мы на громадине. Давай, прям. Есть, почти догнали нашу развалюху, ребятки. Так, летим вниз. Так, сможем с первого раза заехать туда? Заезжаем, догоняем, давайте развалюху, перегоним себя. Так, давай, с первого раза, заскакивай. Ох, отлично. Так, здесь у нас прицеп падает. Прицеп, так, аккуратно. Да, и у нас развалюха разваливается. А мы с вами продолжаем гонку, ребятки. Мы продолжаем и едем дальше. Сами у себя выиграли. Вот это круто, вот это поворот. Так, давайте сальтушечку и летим. Так, падающий мост, по-моему, был, ребята. Давайте дальше посмотрим, сколько мы сейчас можем проехать с вами. Летим, опять падающий мост. Но мы гоним, у нас ничего не остановит. Еще сальто, вот это круто, ребята. Сальто мне нравится, это красиво всегда смотрится. Так, залетаем. И сюда, есть, отлично. Так, нет. Ух, так, надо здесь перелететь, давайте разгонимся и перелетаем, да, круто. Сколько здесь трасса, она вообще заканчивается, не заканчивается, а кто знает, есть сальто. Круто, и дальше, где у нас конец трассы уже, кто мне скажет, а? Будет ли тут вообще конец какой-нибудь трассы? Так, мчимся, друзья, пока. Так, падающий мост, так, быстро. Давай, развалюха. Или как тебе, громадина? Ух, отлично. Отлично мы справились, друзья. Так, пока едем, уже 1800 метров проскочили с вами, ребятки. 1800 метров, это немало, я вам скажу. Так, давай дальше. Громадина, мчись. Ух, отлично, неплохая машина. Так. Сколько мы проехали уже? Уже 2000 метров. Так, опять падающий мост, летим. Давай. Ух, хорошо, справились, ребята. Можно было бы даже сальто сделать для красоты полета. Так, отлично, проскочили падающий мост. И куда теперь? Ух, неплохо. Так, сальто теперь. Ух, отлично. Отлично, даже можно было 2 сальто сделать. Ух, все, новый рекорд, ребята. Мы первые прошли эту трассу. Отлично. Давайте глянем, что у нас тут еще. Пустыня, беспредел первый. Ребятки, вы готовы к беспределу? Я готов. Так, ну что, мы на громадине, в принципе. Давайте, 3, 2, 1. Есть, погнали. Ух, сразу на дыбы. Так, что здесь у нас, что за беспредел? Ух, что-то падает с неба, ребята. Ах, и взрывается. А мы летим с вами, мы летим, парим. На машины. Ух, ничего себе, у нас оппонент взорвался, по-моему, от него запчасти там полетели. У меня колеса отлетели, я падаю, ребята. А нет, не падаю, еще не падаю. Пока не падаю. Так, что делать, как мне вперед продвинуться? Давай, громадина. Пожалуйста, вперед. Да, заезжай, ну как-нибудь, давай. Ну, ах, нет, взорвался, ой-ой-ой. Так, попытка номер 2, и сразу помчались. И против нас, ребята, БТР против нас выступает, а мы пока мчимся. Ох, нас накрыло, да что ж такое-то, вагон прям на нас, ты... Ох, зла не хватает. Еще разочек, и опять БТР, опять Ксения против нас, ребятки. Так, давай. Нам надо на трубу на эту наскочить. Нет, опять вагон, да что ты будешь делать? Так, ребятки, я предлагаю им паркнуть какую-нибудь машину другую, не знаю, что выбрать. Может танк? Давайте танк выберем. Вот, погнали. Нет, я не импортнул, вернее, я просто выбрал танк. Все, мчимся, ребят. Ух ты ж, ничего себе, танк! Взорвался танк, ребята! Так, ну раз такое дело, давайте импортнем автопоезд, ребята. Возьмем автопоезд и попробуем на автопоезде. Давай, вперед! Ничего себе, БТР автопоезд обгоняет! Это как такое возможно, а? Так, давай, подлетай. Ух, отлично. Есть, вроде бы проехали, ребятки. Так, вот это все надо проскакивать. А я напоминаю, что это у нас пустыня, беспредел, ребята. Ух ты, что здесь творится? Так, мы сможем тут хоть проехать как-то? Да, вроде бы проехали, перескочили. Еще одна взрывающая труба. Так, пожалуйста. Автопоезд. Ух, вроде бы проскочили, ребята. Ой, пожалуйста, но. Давай, куда-нибудь автопоезд, езжай уже, есть, подбросили нас, ребята. Он слишком тяжелый, так, едем, ух, на колеса, отлично, приземлились вроде бы на колеса. Так, что здесь нас ждет, кто знает. Ох, финиш, ребята, выиграли, отлично, вторые, ну это тоже неплохо. Так, давайте смотреть, что у нас дальше. Пустыня-марафон, ребятки, пустыня-марафон. Так, надо машину какую-то выбрать. Так, что выбрать-то?
Давайте выберем, наверное, так, вот эту, да. Вот эту развалюху нашу. Она умеет кататься. Так, поехали. Ух ты, пустыня-марафон, ребята. Получается, мы сейчас опять будем сами с собой соревноваться. Ну ладно, гоним пока. Я не знаю, тут, по-моему, 3000 метров опять надо проехать, ребят. 3000 метров. Это, ой-ой-ой, как много. Так, давай. Развалюха, или как там тебя зовут? Давай, толкай. Толкай ты этот прицеп, давай. Отлично, мы его скинули вниз. Препятствие у нас заполнилось нашим этим прицепом, или... Я не знаю, что это, дом на колесах, наверное, ребята. Точнее будет сказать. Так, у нас падающий мост, стой, давай, быстрее. Ух, хорошо, как нам повезло, ребята. 500 метров мы уже проехали, это неплохо, ребятки. Так, гоним дальше пока. Так, что у нас тут такое? Просто получается какая-то гора, какая-то возвышенность. Ладно, пока ничего необычного, просто едем, ребята. Просто едем мы пока сами одни. Так, мячик. Ну, залазь. Ну как? Как же так, а? Ой-ой-ой, ребята. Что же мы наделали, а? Вах, вот это круто. Вы видели сальто какое, ребятки? Ох, поприветствуйте. Это громадина. Запомните ее, ребятки. Это громадина. Это вам не халям-балям. Крутая тачка. Так, гоним дальше. Отлично. Так, что здесь у нас? Ух, смотрите, какой подъем высокий. Высокий подъем. Так, давай, забираемся. И у нас тут петля смерти, друзья. Петля смерти. Делаем оборот. И есть. Мы выходим с этого оборота с вами победителями. Так, дальше куда? Куда тут обрыв резкий? Куда мы падаем? Кто знает, куда мы падаем? Ох, на колеса вроде бы приземляемся. Отлично, ребятки. Так, есть падающий мост, гоним быстрей. Ох, отлично, опять какой-то обрыв, куда опять? Что такое обрыв за обрывом, а? Так, гоним опять, ребятки, едем, так. Берем эти все монеты, и что, ну когда уже трасса закончится? Уже 1500 метров, и опять петля, ребята, опять петля. Заходим в петлю, и что здесь? Что здесь? У меня машина почему-то очень медленно, мне кажется, стала ехать. Почему так, а? Что ж такое-то? Так, назад, разгоняемся. И вперед теперь, вперед, ребята, отлично. Есть! Так, сальто, сделали сальто, и что теперь? Что теперь нас ждет? Ух, там был обрыв, ребята, по-моему, там был обрыв, и мы его преодолели с вами. Отлично, так, гоним дальше. 1700 метров, когда у нас уже завершится этот уровень, а кто мне скажет? Он какой-то нескончаемый, так, делаем сальто. Отлично, на колеса, ох, еще на трубу эту. И падающий мост, быстрее. Ух, отлично, прошли, ребята. Так, 2000 уже метров, 2000 метров. Когда закончится, когда эта трасса закончится, а? Что такое? Давай, громадина, пожалуйста, или развалюха. Кто ты? Громадина, по-моему, развалюха, он-то у нас другая такая, как стрела она. Все, давай, громадина. Отлично, давай. Так, что у нас здесь ждет? Не знаю, просто обрыв какой-то, ничего такого удивительного, страшного. Так, вот это, смотрите, подъем какой-то крутой. И опять какая-то кочка, так, но мы на ней и сальто еще сделали. Ух, отлично, и опять обрыв, ребята. Опять обрыв, и мы падаем. Нет, ну как же так? Ой-ой-ой, новый рекорд, ах. Ну что, ребят, я предлагаю этот марафон не проходить вообще, он просто однообразный. Давайте снег беспредел посмотрим беспредел на снегах. 3, 2, 1, поехали! Едем. Так, и что здесь за беспредел? Ох ты! Ничего себе, я сразу взорвался, ребята! Так, ну-ка еще разочек, давайте, оказывается, это надо было проехать мимо. Ух, я проскочил вроде бы, ребята, нельзя на красный вообще наезжать, потому что взрываешься сразу. Ой-ой-ой, откуда же я знал? Ах, и взорвался опять, да что такое? Так, ребятки, я импортнул развалюху, давайте на ней попробуем, на этой развалюхе. Промчаться? Нет, ничего не получается. Что же делать-то, а? Ну-ка еще разочек, так. Что ж такое-то, надо мимо как-то пролететь. Есть, проскочили вроде бы, ребятки. Так, и сейчас, ох, и наехали, да что ты будешь делать? Я выбрал БТР, ребят, давайте на БТР, потому что наш оппонент на БТР, он хитрый, он знает, на чем надо ехать. Ну, БТР, пожалуйста, да ты что? Еще раз, ребята, еще раз.
Так не может быть, мы не должны взрываться с вами. Как так? Как так? Так, давайте, может, здесь потихонечку, да, может быть, тут... тут надо медленно было проехать, ребята. Медленно, не задев вот эти красные трубы противные. Вот как надо было, вот, все, я понял. Так, что теперь? Падающий мост, падающие ступеньки какие-то. Опять падающие ступеньки, трубы. Ух, мы проезжаем, ребятки, проезжаем. Так, что здесь? Давай, есть, второй, третий. Так, сдать надо было! Ой-ой-ой, упали! Еще одна попытка, ребята, с нами танк. Смотрите, с нами танк соревнуется. Так, ну мы прошли это все. Так, это тоже проходим, отлично. Здесь надо потихонечку. Потихонечку, потихонечку. Так, вот так. Так, так, отлично, отлично, отлично. Еее, справились. Так, что дальше? Я уже не помню, ребята. А, ну тут мы просто мчимся. Просто мчимся вперед, да. Летим, летим, летим. После третьего моста нам надо будет остановиться. Так, не забудьте, друзья, надо остановиться после третьего моста. Так, первый мост есть. Второй есть. Третий есть. Так, стоим, ждем теперь. Мост должен опуститься. Опускайся, мост. Быстрее, ну быстрее, быстрее. Есть, отлично. Дождались. Все, гоним дальше, ребятки. Так, что нас ждет? Все, финиш, отлично. Прошли, круто. Так, следующая трасса. Снег-марафон. Нет, я не хочу снег-марафон. Давайте снег-марафон беспредел, ребята. Давайте выберем ее. Марафон там просто. Едешь и все. Давайте беспредел. Так, марафон беспредел. Ничего себе. Ох ты, сразу взрыв. Ничего себе. Так, ребята, я развалюху выбрал. Давайте на развалюхе попробуем. Так, она специалист по таким вот трассам с мячиком. Она их... очень сильно расталкивает быстро. Ох, опять, да что такое? Ну зато сальтушечку сделали. И летим теперь, летим. Куда летим, не знаю. Ребятки, куда летим, не знаю. Ну как, вот, долетели до трассы, по крайней мере. Отлично. У нас снег, марафон, беспредел, ребята. Ох, взрываемся, ой-ой-ой. Так, еще разок. Ох, и против нас какой-то Олег. И тоже он на развалюхе, друзья. Но он почему-то улетает вперед. Как так? Почему он улетает вперед? Ох, 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 и разбились, да что ты будешь делать? Ну, слушайте, это уже не смешно, давай, развалюха, лети! Лети, да почему он вперед улетает, так же вообще нечестно! У меня же круче машина, давай, лети, развалюха, давай! Так, до трассы доехали вроде бы, ребята, отлично, хотя бы у нас земля под нашими колесами, это и то хорошо. Так, так, что такое, что случилось? Куда мы летим? Так, ребята, давайте, нужно лететь. Ух, 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 ничего себе закрутило! Вот это да! Одни колеса вперед улетели. Ой-ой-ой. Так, еще одна попытка, друзья. Летим, едем. Я не знаю, прям, хоть как это назовите, но нам нужно добраться до финиша. Нам нужно выиграть. Ах, меня назад бросило. Да что такое-то, а? Что за беспредел у нас сегодня тут происходит на наших трассах? Так, летим. Есть, отлично, подлетаем, может быть, сразу сейчас до своей трассы, до суши долетим, да? Ох, и взрывались, ничего, от чего взорвались-то, а? Еще одна попытка, ребят, я уже злой, я уже разозлился, я не знаю, какой я злой, Олег вот этот меня бесит, который едет впереди сейчас меня, я вообще не знаю, почему он впереди, а не я, у меня у нас одинаковые машины, да что такое, развалюха, давай езжай, пожалуйста, езжай уже. Езжай, 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 ну, пожалуйста, езжай, нет! Все, ребятки, последняя попытка, и если мы не сможем сегодня пройти эту трассу, я думаю, что в следующем видео мы ее точно с вами преодолеем. Давайте, летим! Ух ты, неплохо мне так скорость, это наша синенькая труба задала. Есть, я сделал сальто и на трассу вернулся. Ну все, ребятки, сейчас у нас будет победа. Ну давай, 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 развалюха, пожалуйста, ну лети куда-нибудь. Нет, не летит. Так, надо назад, назад разогнаться надо. Стой, 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 стой. Давай, теперь гоним. Вот, отлично. Погнали. Ух, 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 ух. Все. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все, друзья. В общем, вы были на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим. Ставьте лайки, если вам понравилась эта боль. Подписывайтесь на канал также. Пишите комментарии. В общем, увидимся в следующем видео. Все, друзья. Пока.